Забираем. Да перемешаем. Все по красоте. И шорты у него классные. Да. Это я по X. Вообще круто. Передам очень. Короче, залетели в Ростов на базе, пацаны сразу нас встречают, сразу же подогнали нам энергетика. Тачку, правда, не дали поставить рядом с площадочкой. Ну ладно, это мы еще решим. Вот, так, это все. Не самая большая проблема. А, еще будет, еще больше проблем будет, да? Вечер обещает быть многообещающим, ладно, это интересно. Ростов. Это Ростов, но мы и не сомневались, мы подкасты сюда заезжали. Ладно, let's go на площадку. Мы играем в пикап-баскетбол. Это такая игра, которая культивируется за границей, культивируется у нас в Петербурге. Три команды играют один матч. Тот, кто делает экстрабол, тот же еще получает приз. Фолы берет только игрок с мячом. Никаких там левых криков. Сказал фол? Есть фол. Не сказал? Продолжаем играть. Только игрок с мячом. Все запомнили, как это играется? Это не самая большая проблема. Красавцы. Все, ребят, спасибо. Спасибо.